В эти дни большая делегация представляет Оренбуржье на агропромышленной выставке в Минске. Как и подчеркивают участники совещания, работа по расширению сотрудничества активно продолжается. За последние 5 лет, с 2016 по 2021 год, объем взаимной торговли Оренбуржья с регионами Республики Беларусь вырос в 14 раз. В прошлом году увеличился к уровню 2020 года на 67%. 70 предприятий области поставляют свою продукцию на белорусский рынок, в том числе для нужд сельскохозяйственной отрасли. Для сельхозмашиностроения наш регион импортирует принадлежности для кузовов, радиаторы, электротехническую продукцию. Кроме того, в Оренбуржье закупается мед, мука, арбузы, мороженое. Что касается нас, то сегодня мы активно покупаем трактора «Белорус», мы покупаем комбайны «Полесье», поэтому у нас отдельные соглашения с Минским тракторным заводом по белорусам, отдельные соглашения с «Гомсельмашем», где вот эта работа идет, и могу сказать, что треть закупаемых всех тракторов, всех марок – это марки тракторов «Белорус». Поэтому у нас есть над чем работать, у нас есть прекрасные дилеры, и по линии особенно Минского тракторного завода, который работает в Оренбургской области, который непосредственно сейчас находится, активно идет работа не только продаж тракторов, но и активное взаимодействие по реализации запасных частей. На совещании принято решение расширить сотрудничество, усилить промышленную кооперацию предприятий, рассмотреть вопрос сборки на территории Оренбуржья сельхозтехники белорусского производства и создание производства оборудования полного цикла зернообработки. Важно наладить взаимодействие в сфере науки и IT-решений для агропромышленного сектора.